Ежегодно в преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС формируют рейдовые группы, которые посещают крупные торговые объекты города, реализующие пиротехнику. Инспекторы проверяют наличие сертификатов, подтверждающих класс и качество продукции, а также организацию безопасной среды в павильонах. Основное внимание, конечно, уделяется торговым объектам, которые нам известны и реализуют пиротехнические изделия, но озабоченность вызывает именно реализация пиротехнических изделий, скажем так, незаконная реализация пиротехнических изделий. Всего в городе реализацией пиротехнической продукции занимается порядка 10 крупных торговых объектов, многие из которых уже не один год имеют официальную прописку в областном центре. С требованиями к своему товару продавцы хорошо знакомы и их соблюдают, потому что знают, бизнес в этой сфере ошибок не прощает. В нашем магазине соблюдены все действующие нормы по законодательству, по поводу сертификации, стандартизации всего товара. Мы очень сильно и переживаем за то, чтобы наши клиенты всегда были полностью защищены со всех сторон по поводу качества пиротехники. В первую очередь, даже мы когда звоним на завод и покупаем у поставщика, в первую очередь обращаем внимание на качество, чтобы пиротехника была вся качественная. Статистика по чрезвычайным ситуациям в новогоднюю ночь подтверждает факт соблюдения продавцами пиротехники правил реализации. Количество несчастных случаев за минувший год, к счастью, можно сосчитать на пальцах. Однако это не дает повода расслабляться, уверены руководители торговых павильонов. Законодательство в этой сфере часто претерпевает изменения, но высокие требования, предъявляемые сегодня к пиротехническому продукту, залог безопасности покупателя. Здесь только приходится соответствовать, потому что иначе это все может не совсем приятно закончиться и для нас, и для покупателя. Поэтому правила безопасности и исполнение всех нормативных документов выполняются в первую очередь. Сотрудники МЧС в очередной раз обращают внимание брещан. Если вы хотите, чтобы праздник прошел весело и безопасно, приобретайте сертифицированную пиротехническую продукцию в официальных торговых павильонах города. К слову, продавцы уже готовы к встрече с покупателями. Они собрали в своих торговых объектах немало новинок и интересных предложений.